Привет, дорогие друзья, с вами канал Нейроавтомата. Сегодня мы с вами рассмотрим, как быстро установить N8N, или бесплатный и открытый инструмент для автоматизации рабочих процессов, на сервер, арендованный в интернете, чтобы в дальнейшем на нем была возможность разместить собственный бесплатный VPN-сервер и иметь доступ, к примеру, к чат-GPT. Если вас интересует установка на локальный сервер или расширенная установка вручную, пишите в комментариях. А мы начинаем. Для примера я буду использовать международный хостинг-провайдер BigGet. Вы можете использовать любой другой. Итак, начнем. После регистрации переходим в панель управления, нажимаем кнопку «Создать» — виртуальный сервер. Я буду заказывать в Казахстане, для наших целей он подойдет. Для автоматизации по тестам чаще всего подходит сервер на 2 ядра процессора и 2 гигабайта оперативной памяти. Для тестов и обучения хватит и одного ядра, но вы быстро упретесь в лимиты и могут вылезать ошибки. После выбора конфигурации железа опускаемся в раздел «Готовые решения», полный список, и в поиске набираем N8N. Сервер автоматически скачает все нужные компоненты. Нажимаем «Выбрать». Хостинг-провайдер может выдать бесплатный технический домен, либо можно привязать собственный. Если интересует мануал по подробной регистрации домена со всеми нюансами, пишите. Указываем email и пароль администратора для авторизации и нажимаем «Создать виртуальный сервер». Вы можете также задать дополнительные параметры авторизации к серверу, если хотите установить какие-либо компоненты вручную или для более тонкой настройки. Сервер будет создаваться 5-10 минут. После установки нажимаем «Информация о N8N». И переходим на наш домен, вставляем в поле авторизации наш email и пароль, который мы указывали ранее. Ну вот и все, поздравляю, система автоматизации рабочих процессов готова к работе. Можно приступать к нашей первой автоматизации. Друзья, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, Telegram. Впереди вас ждет много интересного.